Каспийский дворец спорта имени Али Алиева примет очередной турнир от компании Fight Nights Global. Предстоящее шоу в телефонной беседе с корреспондентом ННТ анонсировал президент компании Камил Гаджиев. Бойцовский вечер возглавит противостояние Ахмеда Алиева и бразильца Диего Брандау. Кроме того, зрители увидят поединок за титул в полутяжелом весе между бойцом Eagles MMA Курбаном Амаровым и Фабио Мальдонадо. Битву местного проспекта Шамиля Амирова против экс-бойца UFC Русимара Пальхареса и множество других ярких боев с участием перспективных дагестанских бойцов. Ассаламу алейкум, земляки, друзья, болельщики. Я думаю, что нас ждет очень хороший, красочный, очень конкурентный турнир 4 сентября во Дворце спорта имени Али Алиева в Махачкале. Лучшие бойцы России. Я горжусь тем, что лучшие бойцы России – это наши земляки. Против лучших бойцов Бразилии, в основном Бразилии. Поединок за пояс весовой категории 93 килограмма. Главный бой вечера с приставкой «Супер». И молодой боец, который постарается сделать большую сенсацию в поединке с очень опытным ветераном. Ждем!